Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня в выпуске. Авторы Genshin Impact провели стрим, посвященный обновлению 5.1. Sony представила цены на устройства в дизайне первой PlayStation. Для Overwatch 2 анонсирована коллаборация с аниме «Моя геройская академия» и многое другое. Завершился стрим разработчиков Genshin Impact, посвященный обновлению 5.1. В рамках трансляции представили ограниченные по времени баннеры. В первой половине будут 5-звездочные гео от наручницы Шиланен и Теори, а во второй заявлены Дендрокаталист Тахина и Пирокопейщица Хутао. Из ивентов будут Chromatic Ode of Candies and Roses. Это главное событие обновления с дополнительными мини-играми. Сюжет будет посвящен празднованию дня рождения Дендра Архонта. За его прохождение можно будет получить бесплатное созвездие на Гидрокопейщицу Кандакию. Кооперативное событие Reminiscent Regiment Thrill. Ивент с боевыми испытаниями Feast of Pursuit. И Epic Treasure Trace, в котором необходимо выслеживать и ловить особых жуков. А также новые ежедневные обмены с Либенем. Помимо этого, будут добавлены некоторые изменения. Так, в Витой Бездне можно пропускать 9 и 10 этажи, если в прошлом прохождении были получены все звезды с 11 и 12 этажей. Появится возможность одновременно открывать 10 сундуков с артефактами, полученными после прохождения Бездны. В инвентаре будет отображаться количество материалов, которые можно скрафтить из имеющихся расходников. А на алхимическом столе появится возможность фильтровать материалы для прокачки определенных персонажей. И, наконец, станут доступны ограниченные по времени награды за исследование региона. Пользователям потребуется достигнуть несколько уровней открытия территории. За каждую из них можно будет получить по 100 камней истока. Награды будут актуальны в течение двух патчей – 5.1 и 5.2. Релиз грядущего обновления должен состояться 9 октября. Студия Mountain Top, разработчики недавно вышедшего тактического онлайнового шутера Spectre Divide, сообщили о проведении волны сокращений. Согласно официальным данным, своих должностей лишились 13 человек. Отмечается, что решение было принято с целью обеспечения долгосрочной поддержки проекта. После этого в команде осталось 70 человек. Напомним, ранее стало известно, что онлайн Spectre Divide продолжает снижаться. На текущий момент его пиковые показатели не превышают 6000 пользователей. Помимо этого, у шутера все еще смешанные отзывы в Steam. Его рекомендуют только 61% покупателей. Онлайн-кинотеатр Max опубликовал тизер второго сезона телевизионной адаптации серии игр The Last of Us. Выход ролика приурочили ко дню франшизы, который отмечается 26 сентября. В видео авторы шоу показали большое количество новых сцен, а также некоторых персонажей. Среди них Джоэл, Элли, Дина и Эбби. Помимо этого появились и некоторые подробности. Так, сюжет второго сезона будет разворачиваться через 5 лет после первого. Отмечается, что из-за некоторых событий прошлого главные герои вступят в серьезный конфликт друг с другом. Премьера новых эпизодов сериала ожидается в 2025 году. Более точные сроки пока не указываются. Вышел дебютный трейлер фильма «Балерина» спин-оффа франшизы «Джон Уик». Лента получила подзаголовок «Из вселенной Джона Уика». В ролике продемонстрировали большое количество кадров из фильма, а также некоторых героев, знакомых по оригинальным лентам, включая Киану Ривза в эпизодической роли. Напомним, события балерины будут происходить между третьей и четвертой частями основной серии. В центре сюжета окажется девушка-киллер, параллельно работающая балериной и пытающаяся отомстить неизвестным за гибель своей семьи. Премьера фильма ожидается в 2025 году, пока что без конкретной даты. Стоимость акций компании Ubisoft опустилась до уровня 2013 года. Падение цены произошло после анонса переноса сроков релиза проекта Assassin's Creed Shadows с ноября текущего года на февраль 2025. Согласно данным, сейчас приобрести ценные бумаги издателя можно за чуть более чем 9 евро. В то же время аналитики подчеркивают, что финансовые показатели у компании сильные, а уровень долга низкий. Это говорит о том, что на текущий момент банкротство издателю не грозит. Компания Sony официально открыла сборы предварительных заказов на линейку устройств из коллекции, приуроченной к 30-летию PlayStation. Вместе с этим она также объявила их стоимость. Так, цены на девайсы из коллекции 30th Anniversary Limited Edition Bundle следующие. PlayStation 5 Pro будет стоить $1000 США или же 1100 евро. PlayStation 5 Digital Edition продается за $500. PlayStation Portal за $220. Контроллер DualSense Edge можно заказать за $220, а простой контроллер DualSense за $80. Напомним, продажа представленных устройств должна стартовать 21 ноября. Бандл с консолью PlayStation 5 Pro будет лимитированным. Ее выпустят всего 12 300 экземпляров.
Издание GameSpot опубликовало 5-минутный ролик с геймплеем грядущего тайтла Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. В видео продемонстрировали сражения в режиме реального времени на различных локациях, а также заезды на картах одной из мини-игр тайтла. Напомним, Pirate Yakuza in Hawaii – это еще один спин-офф серии Like a Dragon. Его главным героем выступит Горо Мадзима, решивший стать пиратом после потери памяти. Среди особенностей отмечают собственный корабль с возможностью прокачки, морские сражения и абордаж, различные стили боя и многое другое. Релиз 28 февраля 2025 года. StarCraft Remastered, а также все компании StarCraft 2 появятся в составе подписки Game Pass на ПК. Официальный анонс состоялся в рамках выставки Tokyo Game Show 2024. Согласно информации, проекты будут доступны владельцам подписки с тарифами PC Game Pass и Game Pass Ultimate. Релиз ожидается 5 ноября текущего года. Никакой информации об изменениях в проектах или же дополнительном контенте пока не поступало. Студия Fantastic, авторы скандально известной The Day Before, объявила о возвращении в игровую индустрию. Команда открыла страницу на платформе Kickstarter для сбора средств на производство нового тайтла под названием Escape Factory. Согласно официальной информации, это будет кооперативная адвенчура, рассчитанная на группу от 4 до 8 человек. Помимо этого, Fantastic выпустила обращение к пользователям. Авторы отметили, что каждый заслуживает второй шанс и уточнили, что сейчас у них в производстве находится два тайтла. Первый – это Escape Factory, пребывающий на стадии бета-тестирования, а второй пока неизвестен, но его обещают представить в ближайшее время. На момент написания новости разработчикам задонатили $220 из требуемых 15 тысяч. В Disney прошла новая волна сокращений. Официальная информация поступила от авторов издания The Hollywood Reporter. По словам журналистов, компания не стала делиться подробностями о том, сколько человек потеряли работу и какие должности они занимали. В то же время представители Disney уточнили, что процедура затрагивает только сотрудников корпоративной культуры. В своем комментарии они добавили, что это вынужденная мера, направленная на достижение более эффективного управления ресурсами и затратами. Google подала антимонопольную жалобу на Microsoft. Документ отправили на рассмотрение в Еврокомиссию. Согласно заявлению корпорации, Microsoft намеренно усложняет и делает дороже использование сервисов Windows Server и Office на облачных платформах конкурентов за счет более низкой цены обслуживания. Официальных заявлений от Еврокомиссии пока не поступало, однако ситуацию прокомментировала сама Microsoft. Ее представители отметили, что подобные проблемы уже были разрешены с европейскими провайдерами, а потому поданный Google документ просто не имеет смысла. Компании также предположили, что, вероятнее всего, Еврокомиссия жалобу не поддержит. Другой информации по ситуации пока нет. Для Overwatch 2 анонсирована коллаборация с аниме «Моя геройская академия». Официальная информация появилась в рамках выставки Tokyo Game Show 2024. Согласно данным, во время события в игре появятся 5 тематических обликов на персонажей. Это Деку для Трейсер, Урака для Юноны, Всемогущий для Райнхарда, Тока для Кирика и Шигараки для Жнеца. Событие должно стартовать в шутере 17 октября. Стоимость каждого облика пока не раскрывается. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшнему выпуску. Напоминаем также, что у нас есть канал в TikTok, где 2 раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Telegram, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на наши страницы Boosty и Donation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!